Ну, вот это, конечно, неправильно все сделано. Если тут магичили, ну, это неправильно. Дорогие мои друзья, всем здравствуйте. С вами, естественно, Ильичев Антон. Мы с вами на Ваганьковском кладбище. Мы приехали с Олей. Оля. Привет. Мы приехали с Олей наводить еще раз порядок на захоронении, которое мы восстанавливали. Да, я видео снимал, то, что здесь ветки упали на захоронение, здесь пилили работники. И чуть-чуть у нас поврежден памятник. Значит, сегодня я буду красить его еще раз и закрашивать этот шов. Вот этот. Как мы выяснили, как мы выяснили, памятник разборный. Я буду закрашивать это все. Будем наводить еще раз здесь порядок, потому что здесь прям как будто Мамай прошел после вот этих ветров. И вот. Значит, ну, естественно, мы с Ричи. Ричи, привет всем. Вот. Доехали на метро. На метро все нормально. Он уже привык. Да. Все, потихонечку будем здесь трудиться. Да, потому что хочется привести в порядок. И вот сейчас уже осень. Ну, значит, как бы... Мы вроде так все сделали здесь, все хорошо. Прям ничего не, как бы все уже сделали. Ну вот, будем переделывать, грубо говоря, порядок, наводить еще раз. Да. Друзья, вот, кстати, обратите внимание на прическу вот у памятника девушки. Прическа, вот я, кстати, только сегодня заметил, то, что вот у нее прическа, это сзади как косичка такая. Да, очень интересно. Ну, собственно говоря, вот потихонечку крашу. Хочу вам показать захоронение. Сейчас пошел, ходил, кисточку мыл. Вот необычное, смотрите. Вот так вот этот крест, да, домовина. И вот она сделана как бы из дерева. Так, прям необычно. Впервые я такой встречаю. Давайте это чуть посмотрим. 1962-1989. Посчитайте, пожалуйста, сколько было лет человеку. Прям молодой. Так, Владимир Глотой. Да, вот, смотрите. Глотов, да. Владимир Глотов. Вот, и вот такой у него крест, и вот такой вот памятник. Главное, цветник обычный, да? Смотрите. И вот прям на цветнике почему-то камень. Вот. И здесь кто-то ему угощение оставил. Вот. Ну, вот это, конечно, неправильно все сделано. Если тут магичили, ну, это неправильно.
Это они не понимают, как это делать. Ну пусть. Потому что это все осталось. Вот. Ну вот так вот, видите. Такой памятник. Смотрите, у нас тут ходит. Так, ну что, дорогие друзья, значит, навели мы порядок. Как и обещали, мы сюда приехали, опять покрасили памятник, опять навели порядок здесь. Я думаю, больше ничто там не упадет на памятник. Хочется, конечно, чтобы он еще простоял подольше. Девушка эта, да, очень уж памятник такой красивый. И на Ваганьковском кладбище он такой единственный, собственно говоря. Да, Оля? Да. Вот. А еще мы сегодня сделали еще одно доброе дело. Мы сделали табличку на могилу Драхвелидзе и Сона Григорьевича. А, наклеила ты, да? Да, я сейчас наклеила. Можем подойти потом. Да, покажем. Ее, да, покажешь. Да. Вот. Ну, ладненько, будем прощаться. Я думаю, на этот сезон, на осень, вот с этими захоронениями, с этим как бы семейством мы так поработали очень хорошо на самом деле. Да? Ну, да, да. По-моему, видно все. Да. Мы с вами потихонечку прощаемся. Желаем всем счастья, здоровья. Подписывайтесь на канал, оставляйте добрые комментарии. Всего всем доброго, позитивного и хорошего. Отлично. И мы хотим прожить жизнь так, как хотим мы, да? А не как кто-то другой. Все, всем пока. Дорогие мои друзья, это еще не все. Приглашаю вас на небольшую прогулку по осеннему Ваганьковскому кладбищу. Постарайтесь погрузиться прям в омут с головой. Пока!
темной-темной комнате не видно глаз. В шумном-шумном городе не слышно голоса. В серой паутине леденящий склад серых сообщений и нелепых фраз. В затхлом жутком воздухе не чую рук. В шумной-темной комнате раздался стук. СМС горели, пусть горят дотла. Неужели наяву вижу я? Слышно голоса в серой паутине, леденящий склад серых сообщений, нелепых фраз. Ах, сколько нужно времени для осознания? Ты говоришь долго, сколько можно сил тянуть с меня? Ожидание боль, но так удобнее. Зачеркни любовь, ведь так спокойнее. Замахни кулак, чтоб выбить эту дурь. Не жали меня и как свечу задуй. Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте, что вы можете помочь поддержать канал. Таким образом, у меня будет больше времени на канал, на уборку заброшенных могил. И будет больше времени, чтобы снимать для вас интересные видео. Я снимаю для вас. Мои реквизиты есть в описании и номер телефона. Если кто-то хочет со мной пообщаться, пожалуйста, пишите. Я всегда в открытом доступе. Благодарю за понимание.